Здравствуйте, я Майя Гасанова, мне сейчас 53 года. Рисовать начала давно, занималась еще в детской изо-студии. Училась рисовать натюрморты, геометрические фигуры, драпировки. Сначала карандашом, а потом акварелью. Заодно научилась чувствовать краски, холодные и теплые. Тогда же рисовала с натуры животных в зоопарке и нефтяные вышки, и нефтяной поселок в море. Такую возможность предоставляла изо-студия. Рисовала потихоньку все школьные годы. Это и была моя основа. Серьезно рисовать начала в конце 19-го года. Сначала карандашом, вспоминаю все свои основы. А кистью стала рисовать с 21-го года. Акрилом, а потом маслом. На конкурс предоставляю картину, на которой изображена индийская богиня. Это потому, что я занимаюсь индийскими духовными практиками. Это богиня Шри Радхарани, возлюбленная Шри Кришны. Радхарани сидит на берегу реки, в глазах ее слезы. Это слезы переживания по ее драгоценному возлюбленному Кришне. Мысли Радхи светлы и возвышены. Это отражает светлый небо над ее головой. В руке два тюльпана, символ печали. Раму на картину я выбрала в цвет нимба, еще и с золотыми прожилками. Рама вокруг картины – это золотая печаль Радхи по ее возлюбленному. Надеюсь, что изображение Радхарани откликнется теплом в душах смотрящих. И тому, у кого есть на сердце печаль, принесет хотя бы временное облегчение. Благодарю организаторов за предоставленную возможность участия в конкурсе. С уважением, Майя Гасанова. Хари Радха, Хари Кришна.